ребята, у вас там должна быть сетка маскировочная. У нас сетки маскировочной не было. Я тебе заказывал в свое время, но мы так и не взяли. Буку мне сказал, у вас рулон там был целый. На связи, Тёма. Ну вот здесь ребята, которые с ним сначала были, говорят, нет, не было. Принял. А позови Тихого. Да-да, большой. Доброе утро, Тихий. Я в свое время просто с Бокой разговаривал, он говорил, у него там был целый рулон этой масетки. Я еще просил его нарезать и мне сюда принести. Да-да, я помню, но ее надо искать где-то в лесу, я не знаю, да, где. Ну, пройдем, поищем. Так, чего у вас по метрам? Все там на месте. Сколько, 2 метра? Два в одном месте и один еще. Ну, короче, 3 там. Ну, понял, принял. А по палкам что? Одну нашли сегодня. Давайте отправлять ее. Ну, с хлопками отправляю, хорошо? Да-да, принял. По поводу еще, смотри, Тихий, я там говорил, в принципе, ребятам уже, там все остальное тоже собирайте. И упор сделайте на лопатки. То есть лопатки там мешки куда-нибудь, ну, тоже складывайте, будут ребята забирать, хорошо? Я всегда собираю. Ну, молодец.